Летнее тепло в регионе сменяют дожди с грозами и порывистым ветром. Означает ли это, что так называемое «бабье лето» подошло к концу? Или же на смену временному похолоданию снова придут солнечные дни? Прогноз погоды на ближайшую неделю мы узнали у ведущих специалистов Московского центра ФОБОС. Пятница станет самым прохладным днем, когда под утро температура понизится до 3-8 градусов, а днем будет 16-18. Затем поступление холодного воздуха прекратится, и среднесуточная температура начнет повышаться. В выходные будет солнечно и обойдется без осадков. Наиболее вероятные значения ночной температуры в городе и районах области от 6 до 11 градусов, а днем от 18 до 23. В начале новой недели жители Волгограда ожидают солнечная и теплая погода, ночью около 10, а днем 20-25. Среднесуточная температура на 2-3 градуса превысит климатическую норму.